До 8 выросло число жертв пожара на складе цветов на Комсомольской площади в центре Москвы. Тела еще 2 погибших нашли при разборе завалов на месте возгорания. Между тем, в Следственном комитете заявили, что причинами пожара стали ненадлежащее хранение товаров и нарушение правил пожарной безопасности. Пожар удалось потушить после 9 часов. Его площадь составила 2500 квадратных метров.